Уже более 30 лет вся Европа узнает о последних новинках керамической моды на двух крупнейших специализированных выставках. Два раза в год специалисты собираются в одном месте, чтобы увидеть, оценить и отобрать коллекции для своих салонов. В Европе проходят выставки керамической плитки. Салоны присутствуют на этих выставках и выбирают коллекции, которые можно привезти, представить. И, соответственно, самые свежие новинки сразу же с Европы оказываются в салонах города Екатеринбурга. В специализированных шоу-румах все последние коллекции с европейских подиумов не просто представлены в раскладке. Их выклеивают в интерьеры салона для того, чтобы покупатели смогли, как говорится, примерить коллекцию на себя, то есть на интерьеры собственной квартиры или загородного дома. Сразу можно увидеть, как будет выглядеть ваша ванная комната, к примеру. Но представленные в салонах варианты всего лишь возможная интерпретация керамики в пространствах квартиры. Ее можно скопировать в том виде, в котором ее предлагают использовать создатели, а можно творить самостоятельно, покупая отдельные модели коллекции. Шестигранная форма плитки, которую можно разместить как на полу, так и на стенах. Здесь есть различные элементы декоративные, их можно собрать в определенный рисунок, либо раскидать в разброс. Это актуально для заведений питания, кафе, ресторанов. И также дома можно и ванны использовать, и даже в гостиной, например. То есть такое интересное геометричное решение получится. Стиль винтаж, который уже несколько лет так моден в одежде, в прошлом году дизайнеры применили и в новых коллекциях керамической плитки. Ретро-взгляд разработчиков добавит частичку прошлого в интерьер. Эффект искусственного состаривания, визуальная затертость по периметру и геометрия. А это коллекция для тех, кто устал от классики. Протест против всего красочного и правильного. На пике керамической моды стиль гранж и лофт. Брутальному интерьеру как будто бы не уделяли особо много внимания, но на самом деле продумана каждая деталь. Здесь фабрика посочетала, казалось бы, три разных мира. Это мир дерева, бетона и камня. Имитация кирпичной кладки – еще одна возможность сохранить в интерьере индустриальные нотки. И вновь в керамике удается создать сочетание двух очень разных материалов – камня и дерева. А такая плитка, созданная итальянцами, добавит объема любым помещениям. Игра линии, света, тени позволяет создать интересное композиционное решение. Такая вот она геометричная, стильная, для молодых, современных, тех, кто любит эксклюзив, хотят отличиться. И отличиться будет несложно, ведь модно, как известно, то, что украшает конкретного человека, а в случае с керамикой – конкретный дом. Европейский керамический центр «Тренд Керамика». Дизайнерские идеи из Испании, Италии и Польши. Прямые поставки с фабрик-производителей. В Европейском керамическом центре «Тренд Керамика» действуют специальные предложения для новоселов. Подробности узнавайте в центре. Щерса, 128.